Чё там, пацаны, чё почём? Здравствуйте. Салам алейкум. Павлодар. Счастливо, доехать. Заварка есть? Не, это бесплатно мы раздаём. С села Хуэнда, ребята, решили помочь, что дорога осталась. В этом году уже будут волонтеры, уже ещё. У нас есть группа, Усмит, Садака называется. От них для вас бесплатно раздаём. Рахмет, пацаны. Вас... Два тут нас. Давайте возьмем. Рахмет, пацаны. Блять, власть не шевелится, нахуй, а люди простые шевелятся. Вот это что, власть на санях отправила, да? Да понятно, что, бля, люди помогают. Рахмет, пацаны. У них там блогер. Вот, дали. Пачку печенья, бутылку воды, бля, бесплатно, нахуй. Рассылает кругом, рассылает. Пиздец, бля, дожились, ёбаный в рот. Люди пешком на трассу принесли. Охуеть. Ебучая позорная страна, нахуй. Суки, пидорасы. Даже не суйтесь на трассу Караганда-Астана, ее просто нет. Вот люди машины бросают, уходят. Так что сидите, господа, дома. Забудьте о дальних поездках. Я даже не знаю, как вот эти машины будут откапываться. Машина. Машина.